Привет. Вот тут у меня один человек спросил, говорит, а какой подобрать усилитель колонкам Estonia 35AS? Вот, ну что сказать, Estonia 35AS спивается, в общем-то, со многими усилителями, но, как и любые колонки, с каким-то играет получше, с каким-то похуже. Но в первую очередь надо ориентироваться на свой собственный вкус, на свой собственный слух. Поэтому решайте сами. Но вот попробуем мы колоночки Estonia 35AS 021. Посмотрим на трех или на четырех усилителях. Значит, один будет GVC AK200, старичок, не помню сейчас уже из головы, 80 какого-то года, по-моему. Значит, Sony STR 2800L, тоже старичок, 76 года. Усилитель помоложе немножко, Yamaha AX 492. И если будет не лень, доберемся, то послушаем еще на Akai AM27. Слушать будем те же самые композиции, ну, штучек 5. И, в общем-то, что тут бла-бла, давайте слушать, начнем подряд. Итак, первый у нас будет Sony STR 2800L. На всех усилителях настроечки будут 0, MP3. Вот, и слушаем. Так, одни и те же песенки берем, одни и те же провода, один и тот же источник. Поехали. Следующее. Нет, вот это. Последнее. Сейчас. Ну давайте
это. Мою любимую. Картина понятна. Так, вырубаем все это дело. Чпок. Переставляем провода. Провода, кстати, туфтовые, но одинаковые, поэтому будет все по-честному. Так, лезь. Так, сейчас не вижу, где там эти. Одной рукой тут в полусогнутом состоянии не очень легко. Два. Так, сейчас. Три. Вот что меня раздражает в Соньке, это то, что тут эти винтовые разъемы. Так, я не вижу, господа. Есть, попал. Вот, что тут надо раскручивать. Так, теперь мы все это ставим в GVC-шку. Хопаньки, так, эту в сторонку. Хопаньки. Вот здесь защелочки, здесь поудобнее. Но нам же не только удобство. Провода мы ставим один раз, а нам нужен звук. Провода, видите, туфтовые, тонюсенькие такие. Ну ничего. Пойдет. Конечно, на других проводах это было бы поинтереснее, получше. Как это, конечно, все неудобно делать одной рукой. Сейчас секундочку расположу на один момент. Я тут кончик закручу. Так, вот. Хоп. Так, вторая. Где вторая пачка? Так, ставим. Прум-прум-прум-прум. Прум-прум. Еще отвертка здесь лежит. Теперь болтается. Так, здесь тоже фиксируем. Так, минус-минус. Минус-минус. Ай, опять. Ждем. Сейчас опять закручиваю кончики. Лень заморачиваться на провода. Я вообще такой лентяй большой. Так лень делать всякие лишние движения. Поэтому мы слушаем так, как оно есть. Вот уже не туда. Ёлы-палы. Вот лень ни к чему хорошему не приводит. Так, теперь эти переключаем тоже, соответственно. GVC-шку. Так. Готово. Теперь тут-то. И слушаем все то же самое, но теперь на... Да что ж такое-то? Вот эти толстые розетки такие. Вот не проблема вытащить, но одной рукой это все-таки утомительно. Так. Ставим и врубаем. GVC-шку. Врубаем GVC-шку. Сейчас заговариваюсь. Так. Это включено. Это включено. Это включено. И те же самые композиции слушаем теперь на GVC. Опять начинаем ровно так же, как мы и были. Другая звуковая картина. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
А солька-то втухает. Ай-яй-яй. Опять мы промахнулись. Подведем промежуточный итог. Я скажу, несколько удивлен результату, потому что я слушал Соньку с колонками Audis 037. Там было очень круто. А вот с Estonia 35AS Сонька играла хорошо. Но когда мы переключили на GVC, вот на этот черненький, то появилась еще большая глубина баса, появилась детальность, глубина сцены, стереоэффект пошел более яркий. Но мне так кажется, что у Соньки, конечно, там надо, наверное, менять кондеры, потому что вот когда мы слушали, было присутствие, что в левой колонке немножко высокочастот, как бы, как сказать, поменьше было чуток, чем в правой колонке. Вот здесь же картина получается ровная. Так что, может быть, конечно, Сонька проигрывает в том числе из-за того, что она, скорее всего, процентов на 95 в оригинале, и просто там она уже снутри немножко подсохла, то есть требует какой-то профилактики. Вот, ну, ясно, картина ясна. Теперь вот очень интересно будет, на самом деле, больше всего интересует, вот, когда мы подключим к этой Yamaha, и посмотрим тогда, что мы получим со звуком. Итак, поехали подключать. Сперва мы все вырубаем, отключаем. Всегда все провода подключаю в выключенном состоянии. Так, все вырубаем. Оп, оп. Так, 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 так. Вырубился. Вынимаем розеточку. Так, и заряжаем это все в Yamaha. Так, опять клемки. Плам, плам, плам. Как я люблю все это.
возня еще та. Так, мышкин возня. Так, наушники убираем тоже, переносим. Текс. Сперва подключаем провода. Так, я вас, ребята, пока временно положу тут, потому что мне надо, извините, но мне надо провода подкрутить, прикрутить, подкрутить, пришпандолить, присобачить, приделать, воткнуть, вставить и так далее. Так, 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 так. Ну давай мы тебя сверху воткнем. Вот сюда. Оп, 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 и оп, и оп. Готово. Вторая колонка пошла. Да. Второй пошел, а первый уже пришел. Так. Вот это вся возня, конечно, включение, переключение. Так, так, так. Так, с концом проблемы. Закрутим его. Так, опять. Что ж ты конец делаешь-то? Да что ж с тобой сегодня не то? Давай, влезай уже. Все, мы его всунули. Так, теперь втыкаем штекеры от телефончика. Так, и вход какой там, блин, если бы я помнил. Так, сейчас. Давайте валку сфиксим. Готово. Так, воткнули. Теперь врубаем питание. Тек. И песенки. Так, врубаем усилок. Тут у нас тоже все должно быть по нулям. Аукс стоит. Здесь у нас все в нуль. Ну и поехали. Так, ты готов, Ямаха? Давай. Ну, не подведи. Или я ошибаюсь в тебе. Так. Погнали. Идем дальше.
Даже не знаю, заморочиться мне на Акай. Блин, вот так лень оттуда доставать. Черт, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, значит, вырубончики. Вырубончики. Так, вырубончики. Так. Ушло. Так. Ушло. Вытаскиваем во всех. Так. Ну, вообще, в идеале было бы, конечно, на Акае тоже послушать. Тогда был бы уже однозначный вывод. Так, ребята, я буду с вами болтать, но секунд на 30, на 50 у вас будет темно, потому что мне надо положить телефон, чтобы достать Акае и воткнуть провода туда. Уж будьте добры, потерпите немножко, а я вам буду что-нибудь рассказывать. Если вдруг мне, скажем так, фантазия моя позволит это. Будет ли у меня такой большой словарный запас? Так. Так. Угу. Так, провода. Давайте опять занимаемся втыкончиками. Слава богу, здесь тоже отжимные клеммы, но с концами опять непорядок. Опять буду крутить их. Так. Сейчас вставляю раз. Вставляю два. Так, одна колоночка готова. Так, втыкончик второй колоночки. Так, кончик поднакрутили. Втыкаем. Раз. Втыкаем. Нет, нет, нет. Два. Так, воткнули, кстати. Так, нормалек. Берем провод питания и ставим наушники. Ну, то бишь этот аукс наушники. Так, вы уж извините, что я вас столько держу в неведении. Так, ну все, ладненько. Я возвращаюсь. Всем еще раз привет. Я тут вернулся. И Акай у нас в деле. Так, если он, правда, не будет немножко мозг выносить, потому что у него бывает такая привычка. Если он долго постоял и не работал, он вдруг начинает высказывать мне свое неудовольствие. Так. Так, пара Б. Так, я включил вообще, да? Включил, наверное. А что-то он... А, вот я же балда-то, а. Я же DVD-шник воткнул. Вот старость, не радость, слушайте. Прям как это. Так, ты где, товарищ провод? Ты мне нужен. Мне без тебя никак. А ты что думал? Дистанционно нет. Ты у меня тут без электрического Wi-Fi привода. Так. Давай, поехали. Вот, вот теперь другое дело. Ауксер, спикер Б. Итак, все те же самые композишки. Кстати, Акай у меня этот привередливый, он тянет только восьмиомные колонки. Вот никакие другие он совсем не хочет играть. Итак, слушаем. Oh.
то. Окей, последняя песенка. Так, ну вот смотрите, подводим итог, а то у нас тут что-то самое длинное видео уже получилось. Значит, колонки Estonia 35AS021, 8-омные, вот, и 4 усилителя. Усилитель, собственно говоря, это даже не усилитель, а стереоресивер Sony STR2800L, 1976 год, JVC AK200, это, по-моему, 84 год, стереоусилитель. Стереоусилитель Yamaha AX492. Это что-то там был, по-моему, в 90-х годах, ближе второй половины. И Akai AM27. Вот, честно говоря, не помню сейчас, по-моему, 91-й год, что ли. То есть, ну, все, в общем-то, такие уже люди почтенные. Вот, конечно, есть свой фактор неизвестности. Предположительно, все в оригинале, теоретически. Вот, поэтому где-то у кого-то что-то могло подсохнуть от старости, вот. Но в целом все справились, все работают. Теперь по качеству звука, лично на мое мнение, вы сами слушали, сами решайте. Если кто-то считает по-другому, кстати, скажите, будет интересно услышать ваше мнение. Но по моему мнению, вот Sony STR2800L отлично, офигенно пел Saudis 037. Но с Estonia 35AS он показал себя бледно. Не хватало детальности, не хватало басов, не хватало прозрачности высоких. Вот. Следующий у нас был JVC. Я вернусь к нему в сравнении с Yamaha. Сейчас я переключусь на Akai. Так вот, Akai. Вот. Вроде, вот не могу объяснить, вроде все хорошо, и бас как бы есть, но глубина чуть поменьше, чем у JVC и у Yamaha, и середина есть, и высокие в целом как бы есть, но как будто вот души нету, то есть вот, ну, как-то вот не цепляет звук, то есть вроде все хорошо играет, а вот чем-то остаешься, как бы, как сказать, для души не пойдет, чтобы расслабиться, то есть чего-то вот как будто не хватает какого-то внутреннего дыхания, вот. И, собственно говоря, вот то, о чем я там человечку в комментарии, по-моему, написал, что я сам сторонник Yamaha. Но Yamaha, потому что я их называю такие рабочие лошадки, то есть они не боятся перегрузок, они не боятся разного сопротивления колонок. Вот у меня были Yamaha усилители старенькие, так они те, которые чисто для 8-омных колонок, спокойно крутили 4-омные колонки, ничего с ними не случилось. Вот, например, вот этот Akai. Он зверь, попробуй поставь к нему только какие-нибудь 6-омные колонки, он тут же высказывает свое неудовольствие и вырубается. Как сказать, у Yamaha они были более мониторные, более прямые, более, скажем таки, честные, не приукрашенные. Поэтому, на самом деле, я разрываюсь вот в выборе между JVC и Yamaha. Если по мощности, конечно, Yamaha, и потому что она тянет, скажем. Вот. Если по качеству звука, то, честно сказать, даже не знаю. Вот я сам фанат больше Yamaha, но JVC тоже как-то вот завоевал мое расположение. И скажу, наверное, даже больше вопрос настроения. Если хочется быть таким более прямолинейным, такое, как сказать, что-то пожестче такое, как сказать, поэнергичнее, подрайвовее, то, наверное, Yamaha. Если так что-то, скажем, такое, что вот взять бокал вина, сесть, расслабиться, прибалдеть, там, послушав какую-то отдельную песенку, там, тогда, скорее, скажем, JVC. Ну, если по стилям, не совсем ручаюсь за это так, скорее, субъективное мнение.
Но, наверное, для быстрой музыки, там, где много-много подряд ударников, все-таки лучше справится Yamaha, за счет того, что она более точная, как бы в басе. Там, где, например, R&B или какие-то вот отдельные ударники, лучше пойдет GVC. По классике отыграет лучше GVC. Скажем, вот даже не могу привести какой-то стиль, но в каких-то стилях возьмет свое Yamaha. Поэтому, ребята, на мой взгляд, или Yamaha, или GVC, но я сам все-таки сторонник Yamaha, и поэтому больше предпочитаю Yamaha. Но GVC, он тоже занимает свое очень достойное место. Все, ребята, все очень затянулось. Спасибо, что слушали. А вам, слушатель, который вот у меня спросил совета по поводу усилителя, очень надеюсь, что мое видео хотя бы немножко помогло и внесло какую-то свою, скажем там, ясность или позволило вам определиться в своем выборе. Вот, так что, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте, и будем еще слушать разные, смотреть. Все, всем пока, спокойной ночи.